Людина у деякий момент свого життя може потрапити у залежність. Це може бути наркозалежність, алкозалежність або навіть залежність від ігор. Що ж робити, якщо ви або ваші родичі вже потрапили у біду? Як же вилікуватись? Саме з цим питанням ми звертаємось до гостя, який прийшов до нашої студії. Це Сергій Матвієць, провідний психолог-психотерапевт реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних людей. Дуже рада вас бачити, пане Сергію. Доброго дня. Здравствуйте. З приводу того, що людина може все ж потрапити в залежність, то якою вона повинна бути? Які можуть бути причини, які можуть цю людину ось так взяти і поместить у залежность? Ну, первое, самое важное, что нужно сказать, это то, что любой человек попадает в различную форму зависимости не случайно. Это не вещество, изменяющее сознание. Любое вещество, будь то алкоголь или будь то наркотики, делает его зависимым. Это абсолютное заблуждение и никакого отношения в действительности к проблеме не имеет. Первое, важное понимать, в зависимость, в химическую зависимость попадают люди с зависимой структурой личности. То есть они уже изначально так сформированы. Что... Сами по себе? Сами по себе, да. А выхование не имеет значения? Конечно, имеет. Потому что любой из нас, мы отчасти являемся продуктом какого-то воспитания. Правильно? Это мы имеем внутри себя огромное количество семейных ценностей, представлений, веры, убеждений. И мать или родители непосредственно занимаются знакомством ребенка с внешним миром. Они рассказывают ему о внешнем мире, об его устройстве, о людях, о нем. И вот огромное количество разных факторов этого знакомства влияет на формирование вот этой самой зависимой структуры личности. И первое, что я хочу сказать, и это, на мой взгляд, несомненно важно, это то, что я хочу привести, конечно, немного условно и немного так обобща, но основной принцип зависимой структуры личности. Человек из внутренней зоны ответственности за себя, за какие-то свои проблемы, за какие-то свои потребности, пытается переложить ответственность на субъекты или объекты внешнего мира. Это основной принцип зависимости, который сопровождается в любых ее формах, будь то даже игровая зависимость, и имеет ее основной такой полагающий. Теперь по поводу вашего вопроса. Я перепрошую, пане Сергію, хочу внести ясність. Тобто, людина, яка бере відповідальність сама за себе, вона менш схильна бути, потрапити в залежність, ну, бути залежною. Несомненно. Несомненно, чоловік, який самостоятельно бере відповідальність за внутренние потребности, за какие-то проблемы, с которыми он сталкивается, это человек, который менее всего подвержен вот той самой зависимости, о которой мы сейчас говорим. Это несомненно так. Так. Тобто ми, якщо виховуємо дітей, треба звернути увагу на те, що людина, ось ця, маленька ще, вона повинна брати на себе відповідальність спочатку за щось маленьке, потім за більше, і врешті-решт вона повинна відповідати вже за свої вчинки, за свої дії. Так, брати на себе відповідальність. Конечно, конечно, это так. И не лишнее будет напомнить, что основным способом помощи маленькому человечку, да, который появляется на этот свет, от родителей является так называемая забота о нем. Да? И вот беда, вот это количество заботы, которое необходимо для формирования здоровой структуры личности, часто в нашем вопросе, и это не всегда так 100%, но в нашем вопросе часто имеет огромный переизбыток. Что это обозначает для структуры личности? Для маленького человечка, который окружен излишней заботой, и его личная ответственность за все проблемы, с которыми он сталкивается, даже имея ресурс их решить и преодолеть, но
это количество заботы излишнее ограничивает его в приобретении навыка это делать. Угу. Навчитесь треба отсюда. Конечно. Фактически человек имеет возможность оставаться маленьким, да, он как бы вот окружен этой заботой, и я сейчас говорю об умении не только решать какие-то проблемы, связанные с работой, или там ухаживать за собой, чистить зубы там, или там слаживать свою одежду. Основная составляющая этих проблем лежит в плоскости внутреннего мира чувств и когниции, размышлений. Ну, например, человек не знает, как успокоить себя, когда его обидели, и в этом не научили. Человек не знает, как чувствовать ощущение собственной значимости. Человек не знает, чем напитывать свою самооценку, уважение к себе. Ну, вы стільки складних питань зараз взяли до уваги, що я думаю, що потрібно розібратися з цими всіма питаннями трошки детальніше. Якщо людина не знає, як себе поважати, це дуже важливо. Якщо людина не знає, як слідкувати за чимось, виконувати якісь завдання, наприклад, це теж дуже важливо. Так? Якщо людина не знає, як вирішити питання якесь, яке пов'язане з нею, з її життям, здоров'ям і так далі, це теж важливо. Угу. І цьому нас не вчать, на жаль. В домінуючій составляющей нашої сучасної української культури, як би це ні печально не звучало, ми маємо понижений рівень інтелектуальної, прошу прощення, емоціональної грамотності, так називаємо. Тобто ми там знаємо 4-5 чувств, которые мы можем в себе определить, ощущая или проживая их, да, а остальное все мы как бы не можем идентифицировать и особо не имеем представления о названиях этих переживаний. Ну, пытаемся замещать или упростить эти переживания до градиента приятно-неприятно. Мне нравится, что я чувствую, мне не нравится, что чувствую. Естественно, ни о каких представлениях или инструментах, что с этим вообще делать, человек не имеет. Я говорю сейчас об абсолютно элементарных вещах, которые на первый взгляд, или если я сейчас вот начну их озвучивать, то они будут, может быть, кому-то новизной. Ну, например, чувство вины. Да? Это чувство, которое не может жить в будущем. Мы не можем за будущее чувствовать вину. Чувство вины всегда живет в прошлом. Это что-то сделанное не так нами, да, или не сделанное то, что мы должны были сделать. Мы еще за это себя можем виноватить. Соответственно, если человек попал в это переживание, то как минимум будет понимать, что он улетел в прошлое. Да? Он куда-то окунулся в прошлом, и эти переживания, они из прошлого. И каждое чувство имеет свою временную жизнь. Да? Ну, например, тоже чувство радости – это единственное чувство, которое может жить и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И, в общем, об этом я могу рассказывать очень долго сейчас, и будет все весело. Я хотела, знаете, еще запитати. Да. Нам треба якихось почуттів позбуватися? Чи ні? Чи ми повинні їх навпаки мати більше? Чувства – це наші допомогники, які природою дані нам для того, щоб розуміти себе. Мислі – це раціональна составляюча, яку ми обслуговуємо свої задачі, зв'язані з цілями, да, з якими-то направленнями, які ми самі собі ж і задаємо. Вот эти два мира чувств, да, один мир чувства, второй мир рационального, они всегда внутри нас имеют, ну, некоторую форму конфликта, если хотите. Ну, в общем, они там не особо дружат внутри. И вот эта вот взрослая личность, которая формируется в процессе того же воспитания, вот с чего мы начали, она должна как бы научиться отвечать за вот это вот перемирие, вот как-то вот договариваться с этими двумя достаточно конфликтующими составляющими. Это отчасти мы называем простым словом «выбор». Да? Потому что если мы начнем вот пытаться понять, что такое выбор, то он часто будет лежать между рациональным и эмоциональным. Между тем, что мне надо, чтобы получить то, что я хочу, и тем, что я подлинно хочу, просто потому, что испытываю к этому симпатию, не знаю, возбуждение, интерес. Это же все чувства, да? И вот этот вот маленький человечек, который в конце концов
берет ответственность за все это хозяйство из этих двух составляющих, огромных, они очень сложные, у них тоже нужно как бы разобраться. И в этом разбирательстве здоровым способом должны участвовать родители наши. Потому что если в этом не участвовать, то потом это придется уже делать с психотерапевтом или с психологом значительно позже. И потратить на это больше времени, чем полагается от природы. Дуже часто, пане Сергію, батьки самі потребують уваги психотерапевтів, бо і їх не навчили розбиратися. І тут якраз той конфлікт між батьками і дітьми, він якраз, мабуть, і побудований на тому, що батьки не розуміють і діти ще не знають. І все. І тут ми приходимо вже до того, що не знаємо, як розібратися, як бути, як вирішувати те чи інше питання. Діти віддаляються, батьки не знають, що з цим робити, взагалі можуть відмовитися, так би мовити, ну, вирішувати ось такі вже складні питання, коли дитина, ваша дитина потрапила у залежність. Наприклад, ну, це візьмемо таке питання, одне з, мабуть, найболючіших. І ось тут хочеться, знаєте, хочеться щось порадити, хочеться, щоб батьки розуміли, що вони самі могут спровокувати таку ситуацию? Вот мы сейчас с вами затронули самый сложный вопрос, который не имеет прямое отношение к тому всему, что называется реабилитация, лечение зависимости, формирование новой личности, изменения, это называется разными словами, но везде суть проблемы не меняется. Почему? Потому что вот как-то культура у нас принята, да, вот тот, кто пьет, тот, кто употребляет, тот, кто играет, вот он и виноват, пусть он лечится. И в социальном смысле слова, не в психологическом, в социальном, ну, с этим как бы сложно поспорить на самом деле. И родители, которые имеют и без того огромное количество забот, не только о своих собственных, о каких-то проблемах семейных, социальных, а еще и о своем чаде, которое уже не один год, да, там что-то там имеет определенные формы поведения, которые как финансово, так и эмоционально ложатся тяжелым гнетом на любую семью. На всю родину, да, речи, на любую семью. Вот. И когда начинаешь общаться с родителями и пытаешься сказать, что я нуждаюсь в вашей помощи, потому что без вас у меня очень слабо получится, то они как бы пытаются отстраниться от этой проблемы, поскольку те изменения, которые я предлагаю им, они связаны с их личными изменениями, с их личными представлениями о помощи человеку, страдающему зависимости, с их личными пониманием любви вот, к зависимому человеку. И они не хотят меняться на самом деле. С годами, а я занимаюсь этим уже 20 лет, я глубоко убежден, что большая часть в начале помощи зависимому человеку лежит в зоне ответственности родителей. И ни в коем случае даже не самого больного. Пане Сергію, ну якщо ми так вже практично підійдемо до цього питання, я розумію, що часу не так багато, щоб можна було все це зробити так, як потрібно. Але ж ми можемо дати хоча б якийсь поштовх, так, для тих батьків, які от стоять зараз на роздоріжжі, вони не знають, що робити. Можливо, якісь слова їм допоможуть, можливо, щось їм треба робити конкретне, коли вони тільки починають розуміти, що з їхньою дитиною щось не так. Первое, самое важное. Нужно понимать, что человек употребляет, да, делая это действие из права своего выбора. У него это право никто не может забрать. То есть человек употребляет для себя, а значит, что и отказываться ему тоже придется для себя. А вот какие должны быть обстоятельства для того, чтобы этот отказ был принят внутри человека как решение, да, об этом чуть-чуть поподробнее. Дело в том, что, ну вот, если сейчас упростить огромные пласты информации, то условно можно сказать следующее. Если неприятностей от употребления у человека станет больше, чем приятности от него, то он задумается над тем,
чтобы менять форму, которая непосредственно связана с самой зависимостью, ну, то есть самоупотребление. Без этих обстоятельств никакой мысли перестать или прекращать употреблять речи быть не может. Поскольку человек в реальном мире, если живет без проблем, употребляя, то это обозначает лишь следующее, что большинство этих проблем просто решают за него его родственники. Иначе в нашем мире достаточно сложном, да, употреблять и нести полную ответственность за свою жизнь, ну, практически невозможно, учитывая, что это употребление начинается, да, там, в юношестве, как правило, с легких наркотиков, то это вообще невозможно. Я, конечно, понимаю, что бывают какие-то ряды исключений. Да? Ко мне приезжают и богатые бизнесмены, которые попадают в зависимость уже позже значительно. Но об этом отдельно. Так вот, с этого следует, что если родственники все вместе, заодно, сообща, вместе со специалистом, отдадут всю ответственность за проблемы, связанные с жизнью, самому человеку, то у него появится возможность отказаться от, или, по крайней мере, что-то начать с этим делать. До тех пор, пока это не будет иметь места, мы не можем говорить никакой помощи. Это самое важное. Сергію, ну, і от ми почали з вами з того, що батьки зараз дуже є такі батьки, ну я не буду говорити про всіх, які дуже опікуються своїми дітьми. І вони беруть за все, що стосується тієї дитини, беруть на свої плечі. Тобто вони настільки поглинають дитину, що дитині вже нема куди йти, і вона насправді їй і не треба, тому що все за неї зробили. От ми з цього почали, і хочеться закінчити саме цим. І від вас почути рекомендації. З самого початку, коли ви виховуєте дитину, треба розуміти, як це правильно робити. Так? Будь ласка, в двох словах, бо вже ми завершимо. З самого початку, і дуже важливо, це допомогти дитину відчути своє право на любой выбор, даже если некоторые из этого выбора потом приведут к каким-то ошибкам. Это будет его выбор, это будут его ошибки, это будет его личный опыт. Это будет опыт, на котором он будет строить дальнейшие изменения в себе для того, чтобы эти ошибки не совершать. Он будет адаптироваться к внешнему миру. И это огромная разноперстная структура этих решений. Это и взаимоотношения, это и забота о себе, это и самооценка, это и взаимодействие со своими же чувствами. Все, о чем мы сейчас говорим, это возможность приобретения навыка. Если этой атмосферы дома не создать, то зависимая структура личности сформируется просто сама по себе, поскольку она будет вынуждена в будущем находить дальше объекты. Ну, это могут быть даже жена, это может быть даже муж, это могут быть совершенно разные объекты, и ну, тот же шопоголизм связан абсолютно с этой же проблемой, хотя человек не употребляет ни наркотики, ни алкоголь, но... А залежність є? Конечно, зависимость есть. Залежність вот. У зависимости много лик. Вот. И зависимая структура личности в этом нуждается, ну, давайте назовем это как способом самолечения. Ну, вот, пожалуй, основное выглядит как-то так. Пане Сергію, ну я вам дуже дякую, ми справді розібралися трохи, і найголовніше, що ми зробили, це зрозуміли, звідки береться початок. От звідки все починається? А щоб потім не було проблем, треба з самого початку розуміти, як треба діяти. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді багато чого такого розповіли, про що не говорять. Дякую вам большое, що пригласили. Завжди рад участвувати в вашій роботі. Ну, будемо раді бачити вас іще у нашій студії. Спасибо. Ну, а ми з вами вже прощаємось. Зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.